этот зал, нашего замечательного музыканта, нашего органистку, выпускницу Саратовской консерватории, лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Софью Семьянову. Встречаем аплодисменты. Начнется наша концертная программа сочинение французского композитора Луи-Николя Клерамбо. Луи-Николя Клерамбо – придворный музыкант Людовика XIV. Он на протяжении всей жизни занимал пост органиста в различных парижских храмах, а также был музыкальным руководителем пансиона для девушек Сен-Сир, для хора которого написаны многие его кантаты, светские, греко-римские мифологические сюжеты. Помимо кантат, которые Клерамбо написал более 30, а наибольшим успехом у современников пользовался кантат «Орфей», ему принадлежит множество церковных песнопений, сонаты для скрипки, сборники пьес для клавесина и органа. Итак, Луи-Николя Клерамбо, плен Жо и сюита второго тона.